Запрет криптовалюты в России. В Казани подорожает проезд в общественном транспорте. Проект «Семейная академия» выиграл всероссийский грант. Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Аделина Зинатова. Продолжается визит делегации Казанского федерального университета во главе с временно исполняющим обязанности ректора Дмитрием Таюрским в Узбекистан. Состоялась встреча с министром высшего и среднего специального образования Абдуказиром Ташколовым. Центральный банк России считает, что рост числа криптотранзакций несет риски для финансовой стабильности Российской Федерации. В Госдуме также обсуждают возможность полного запрета частных цифровых активов. К чему готовиться россиянам и насколько действительно реально запретить все операции с криптовалютами, смотрите далее. Банк России предложил официально запретить практически все операции с криптовалютами, оставив только возможность их покупать и продавать на зарубежных платформах и, соответственно, владеть ими. Это следует из опубликованного регулятором консультативного доклада по криптовалютам. Если говорить о криптовалюте как об инвестиционном инструменте, то есть в предмете торговли, купли-продажи, перепродажи, то она работает примерно так же, как и любой другой финансовый инструмент, как акции, облигации или обычная валюта. То есть любой желающий может приобрести криптовалюту, заплатив за нее обычной валютой, в дальнейшем перепродать и снова получить традиционную валюту. Для таких операций по купли-продаже криптовалюты существуют соответствующие интернет-сайты, которые так и называются криптобиржами. Если говорить о криптовалютах как источнике заработка для так называемых майнеров, то есть тех, кто занимается майнингом криптовалют, то здесь работает система следующим образом. Тот, кто предоставляет вычислительные мощности для поддержания системы обращения криптовалют, получает за это определенное вознаграждение. С точки зрения Центрального банка любой современной страны, криптовалюта – это в первую очередь денежный суррогат, то есть замена обычных традиционных денег в обращении нечто, что замещает или заменяет национальную валюту. Соответственно, нарушает систему обращения национальной валюты и создает дополнительные инфляционные риски. Во-вторых, криптовалюта – это сфера серого обмена, сфера, где можно совершать операции без контроля со стороны и налоговых органов, и органов, которые отвечают за противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и так далее. В большинстве случаев криптовалютные кошельки являются анонимными. Невозможно отследить, кто, кому, сколько и за что переводит средства. Именно с помощью криптовалют зачастую совершаются противозаконные или полузаконные операции. Говоря о запрете, то технически это невозможно, так как все операции осуществляются в интернете. Безусловно, можно вывести данные операции из легального поля. Это уже было отчасти сделано. С 2021 года действует федеральный закон, который прямо запрещает использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг на территории Российской Федерации. То есть вы ничего не сможете здесь купить или продать легально за криптовалюту. Пока запрет на владение, приобретение и продажу криптовалют, в том числе на иностранных криптобиржах, это только предложение. Но, возможно, это дело времени. По словам Игоря Коха, технически запретить будет довольно сложно. Необходимо будет блокировать доступ к определенным сайтам или отслеживать действия в интернете со стороны пользователя. Но ведомство сможет существенно затруднить процесс ее приобретения. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет продолжает принимать участие в отборочных собеседованиях для иностранных граждан. Собеседование проводится в рамках отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом. На данный момент собеседование проводится в очном формате в Узбекистане. В дальнейшем делегация отправится в Таджикистан.
Проект «Семейная академия» выиграл всероссийский грант. Подробнее про проект, реализуемый на базе КФУ, расскажем в следующем сюжете. Проект направлен на решение острой проблемы, препятствующей созданию всесторонней помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра. Разработанный в 2021 году проект «Семейная академия» на сегодняшний день активно развивается и предполагает новые форматы в будущем. В рамках этого в университете был создан детский сад для детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра, где реализуются технологии с доказанной эффективностью. В том числе будут реализовываться технологии, которые разработаны учеными Казанского федерального университета. В университете реализуется проект по комплексному сопровождению детей с расстройством аутистического спектра и их родителей. Онлайн-площадка, разработанная в КФУ, прежде всего окажет информационную образовательную поддержку родителям. И нам пришла идея о том, чтобы создать обучающий курс для родителей, где в доступной форме мы сначала рассказываем об этом методе, а далее проводим тренинги для родителей. Напомним, что детский сад «Мы вместе» открылся в 2021 году по инициативе ректора КФУ Ильшата Гафурова. Останавливаться на этом руководители не планируют. У проекта большие перспективы на расширение и цифровизацию образовательной деятельности. Сейчас реализуется онлайн-обучение, а далее в рамках президентского гранта тоже уже мы выиграли проект по разработке цифрового образовательного ресурса. То есть педагоги у нас будут записываться в специализированной студии, которая находится на территории Института психологии и образования, и будет записан обучающий курс, который состоит также из небольших лекций и практических тренингов. Благодаря онлайн-формату проект охватит малые города, отдаленные районы Татарстана и позволит поддержать семьи, не имеющие доступа к специальным образовательным услугам. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Никита Акиньшин, Универньюз. Летом 2022 года перевозчики Казани вновь попросят Госкомитет Татарстана поднять стоимость проезда в наземном транспорте города. Для чего это необходимо, узнаете в нашем следующем сюжете. У перевозчиков сейчас очень тяжелое положение. Затраты растут по всем фронтам. На топливо, запчасти, зарплата персоналу повышается, и стоимость тарифа должна увеличиваться. Ассоциация автотранспортных предприятий Республики Татарстан видит два варианта повышения цены. Первый – это увеличение компенсации из бюджета республики перевозчикам за проезд льготников с 20 до 27 рублей. Второй – повышение тарифа на 5 рублей. Напомним, что сейчас в Казани стоимость поездки по транспортной карте составляет 27 рублей. По банковской и NFC устройствам 30 рублей. Оплата наличными 35. Это не просто верное, а в общем-то неизбежное решение, потому что цены на все растут, то есть у нас инфляция в стране есть, тем более за последние годы она еще и подросла. Со временем издержки перевозчиков, они станут выше, чем их доходы, то есть они пойдут в убыток, да, и, соответственно, они просто не смогут работать. В республике нет брутоконтрактов, как в других регионах Российской Федерации. Там перевозчикам платят из бюджета за фактический пробег транспорта. Мы уже обращались в Госкомитет Республики Татарстан по тарифам летом прошлого года с просьбой увеличить стоимость проезда, но решение не было принято. Мы просим Госкомитет оперативно рассмотреть наше обращение, чтобы избежать банкротства перевозчиков. Если ответа не будет, по регламенту мы имеем право вновь обратиться с прошением поднять стоимость проезда. Но направить мы его можем не ранее, чем этим летом. Недовольство, безусловно, будет. И, собственно, комментарии, мы почитаем комментарии в интернете к подобным новостям на различных сайтах. Но я не думаю, что оно будет иметь какие-то серьезные формы. Тем более, что если посчитать, насколько увеличится ежемесячный расход среднего гражданина, который один раз в день ездит туда и обратно на работу, на общественный транспорт, это получится примерно рублей на 200. Ежемесячный расход увеличится, это не такая большая сумма, за которой будут какие-то серьезные беспорядки. Последний раз проезд в общественном транспорте Казани повышали год назад. С 1 марта 2021 года он вырос с 30 до 35 рублей. Повышение коснулось только тех пассажиров, которые оплачивают проезд наличными средствами. Надежда Мещерякова, Универньюз. На этом все. В студии была Аделина Зинатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!